Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и в данном видео мы с вами разберем матч немецкой Бундеслиги, где встречаются между собой Айнтракт Франкфурт и Боруссия Мюнхенгладбах. Итак, поехали. Это будет необычный разбор. Здесь я сразу скажу, какую ставку я рассматриваю, и потом уже объясню, почему. В данный момент я буду рассматривать ставки на голы в первом тайме. Почему это актуально? Боруссия Мюнхенгладбах уже на протяжении этого сезона мне раз 6 принесла отличные плюсы за счет голов в первом тайме. Причем, неважно, от них или от противоположной команды, эта ставка на один больше залетала всегда на ура, при этом на нее букмекеры всегда давали хорошие коэффициенты. В 20 последних матчах всего лишь в двух играх не было вообще забитых голов в первом тайме у Боруссии. У Айнтракта в целом тоже матч довольно результативный, последних 5, по крайней мере, голы довольно часто забиваются. Но здесь больше влияния имеет как раз таки именно эта команда, потому что у нее это очень часто прослеживается. Но букмекеры уже начали давать заниженные коэффициенты на данное событие, и учитывая то, что Айнтракт совсем недавно играл в матч в Еврокубках, где очень сильно подустал, я думаю, что у Боруссии есть хороший шанс уже в первом тайме открыть счет и повести в данном матче. Все-таки Айнтракт очень сильно подустал. У них очень тяжелый график, и нету такой скамейки, которая смогла бы, соответственно, возобновлять игроков, ротировать состав для того, чтобы показывать полноценный футбол. Здесь жду гол от Боруссии в первом тайме. Ставка именно от Боруссии 0.5 больше в первом тайме. Коэффициент больше, чем 1.8. Если вы хотите поставить на данную ставку по лучшему коэффициенту, то я вам рекомендую это делать в букмекерской конторе MLBet, ссылка будет в описании. Ну и также, ребят, не забывайте писать в комментариях свое мнение по поводу данной встречи и по поводу данной ставки. Имеет ли место быть или нет, как думаете вы, пишите, будет интересно прочитать. И также пальцы вверх, подписочка и колокольчик, ребята, не забывайте, это помогает развитию моего канала. Что ж, друзья, на этом у меня все, с вами как всегда был Артур Романов, всем удачи, всем пока.